Начать новую учебную неделю зарядки решили ученики Кугейского лицея. К ним присоединились олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Николаева и певец Алексей Московский. Так школьники отметили прошедшее воскресенье Всемирный день здоровья. Заряд бодрости получила и наша съемочная группа. По-спортивному встречали не только олимпийскую чемпионку, но и всех учеников, педагогов. К зарядке со звездой в школе подготовились основательно. Утреннюю гимнастику делают каждый день, но такую массовую – раз в год. Зарядка под хиты известного исполнителя. Звезду эстрады школьники выбрали и пригласили сами с помощью соцсетей. Мне очень вам понравилось, и мы классно потанцевали. Я люблю спорт, я каждый день бегаю и на скакалке прыгаю. А зарядку каждый день делаешь? Да. День здоровья в таком формате в Кугейском лицее проходит 5-й год подряд. Здоровый образ жизни начинается именно с зарядки. А если на зарядку соберутся все, вся большая школьная семья, мне кажется, это будет просто залогом того, что будет залогом какой-то вот дружбы всех учащихся школы, к чему мы очень стремимся. Только зарядкой день здоровья не ограничился. На классной встрече олимпийская чемпионка Елена Николаева рассказала о своей спортивной карьере и нелегкому пути к пьедесталу. Воля, целеустремленность, выдержка и трудолюбие. Чувашская легкоатлетка – пример для подражания. Общение со школьниками – это всегда позитив. Сегодня вот провели утреннюю зарядку. Это такой в игровой форме сначала. Начинали в танцевальной форме. Я тоже. Вот спортивную ходьбу было очень сложно показывать детям. Я придумывала, думала, как же показать им спортивную ходьбу, технику спортивной ходьбы. Я на Майкле Джексоне, вот лунной походкой, быстрым шагом. Вот, ребятам очень интересно даже становилось. Учебный день продолжился в спортивном ключе. Ребята прошли квесты и сыграли волейбольный матч. Татьяна Лётева, Бухтияр Велиев, Республика.